Кажется, с учетом стоящей московской жары, вот этой погоды, которая установилась, Сноуден там вообще может превратиться в мумию, и мы уже никак его не можем использовать. Ну или те, кто собирается его использовать в каком-то ключе. А по Сноудену должны были быть быстрые решения. То есть вот буквально он прилетел в Москву, об этом все узнали. И ситуация начала развиваться вне зависимости от того, что думает по этому поводу Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. А в какой-то момент ситуация забуксовала, и сейчас она практически посыпалась в обратную сторону. Но мы видим сегодняшний прецедент с задержанием и обыском самолета президента Боливии, с тем, что произошло с президентом Венесуэлы, когда он собирался сесть транзитно в какой-то из стран Европы. То есть это начинаются конкретные ответы с той западной стороны. А мне кажется, что российские общественники, которые этот вопрос начали активно поднимать несколько дней назад, должны были дать конкретную рекомендацию российской власти, российскому обществу, ну и в целом ситуации. Они собирались, там совместное заседание было, Совета по правам человека, общественные палаты, но только зафиксировали факт. Причем Федотов говорил какими-то странными фразами, выражениями. Я бы это квалифицировал так, что российское, ну и мировое в целом общественное мнение вводится в заблуждение. То есть мы так и не поняли, были контакты у общественников конкретных со Сноуденом в этом пенале транзитном, не было этих контактов. Мы совершенно не понимаем, что происходит, поэтому я считаю, что нас вводят в заблуждение. А в целом, как я уже сказал, ситуация зависает, а поэтому время работает на Соединенные Штаты Америки, к большому сожалению.